Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Хочу с вами поделиться несколькими советами, как украсить красиво стол праздничный, поставить салфетки в интересных композициях. Первый способ – это у нас получается так называемый лотос или цветок из салфеток. Берем салфетки, уголком салфетки укладываем в стакан. Следующую салфетку укладываем также в уголком в стакан. В таком положении, чтобы они вот здесь вот выкладывались уголком. И каждую последующую салфетку. Повторяя друг за другом вот таким уголочком. В итоге, когда мы перевернем стакан, у нас получится вот такой вот красивый в виде лотоса или цветка уложенные салфетки, которые можно поставить на стол для своих гостей. Второй вариант. Укладывается салфетки в стакане в виде цветка. Берем салфетку, берем уголочек салфетки с одной стороны, прикладываем к середине, вот так вот, чтобы она противоположна нашему уголку была. А второй уголочек как бы конвертиком прикрываем. Выкладываем салфетки по кругу в виде букета. Вот такой вот у нас получается красивый букет из салфеток. Третий способ сформировать красиво салфетки на столе. Возьмите два разных цвета салфеток, и у вас получится красивое сочетание. Берем беленькую и зелененькую. Складываем их в уголок у одной и у другой салфетки. И теперь внутрь каждой салфеточки вкладываем вот так вот салфеточку. Все. И сразу же ставим салфетницу. Берем следующие салфеточки, складываем также уголочком. Кладем вовнутрь. И уже кладем внутрь наших первых салфеточек друг за другом. Можно чередовать цвет, играя уже как вам хочется. Можно сюда зелененькое сделать, сюда беленькое, а можно чередовать в шахматном порядке. И в окончании делаем вот такие уголочки. Вставляем сюда уголочек. Вот такой вот у нас интересный вариант получается, и красивый, и необычный. А цвет можно формировать уже по своему, как говорится, вкусу. Еще один вариант для сервировки стола с использованием предметов. Для этого берем салфетку, можно взять из ткани салфетку, можно взять вот такие бумажные большие салфетки, они тоже подойдут. Для этого мы берем салфетку, открываем, чтобы у нас вот эта часть была вниз. Подгибаем наполовину вверх. С одной стороны подгибаем до половины уголок. Следующий уголок также подгибаем наполовину. Они должны быть одинаковые по размеру при подгибе. Теперь опять вот эту часть подгибаем. Делаем вот такой вот подгиб. И они у нас должны быть равномерные. И у нас получается вот такой вариант, чтобы собрать в него предметы. Ложка, вилка. Можно положить маленькую ложечку, а можно использовать для ножа. Точно такой же способ загнуть салфетку для кухонных приборов. Точно так же формируем, только используем вот эту сторону для двух предметов. Для ложки и вилки. Еще один вариант сервировки праздничного стола. Вот такие несколько вариантов красиво подать салфетки к праздничному столу. Всем, кому понравилось, поставьте пальчик вверх. Буду благодарна. Всем до новых встреч. Пока.